Ксения, привет! Привет! Год не виделись, как меньше у тебя дела? Года. У меньше? Нас год был сокращенный, в сокращенной версии. А, точно, полгода. Уже был октябрь, да, да. Как дела, что изменилось, что получилось? Рассказывай новости. Я такая думаю, что изменилось с октября, я пытаюсь понять, какой это отправной точкой рассказывать, и насколько подробно, и насколько и так далее, да. Хорошо, а что мы здесь делаем? Где мы находимся? Мы находимся в дизайн-конференции, это ты меня спрашиваешь, да? Что я тут делаю? Я не спикер в этот раз, ага. Ну, потому что спикеров меняйте, ты скажешь, что в следующий год вы меня обратно в спикеры. Есть вот, шанс. Уже меня уже все много раз спросили, когда я выступаю, но я не выступаю. Мы пришли просто потусить, пообщаться, угу. Честно скажу, поснимать интервьюхи, так как отлично. У меня есть доступ за кулисы. Интервьюху вот. Снимаю. Да, интервьюхи разные, со всех сторон. Я даю интервью, мне дают интервью, отлично. Короче. Вот, а как поснимать как какие-то. Вот да, в общем-то, это уже давно известное событие. Тут очень много из наших тем, какой-то дизайнерские тусовки, и ко мне постоянно кто-то подходит. Да, да, естественно, много. Я уже тут как бы как рыба в воде, уже всех все знаю. Отлично. Вот. То есть тут уже не замаскируешься, что типа я такой, типа, пришла инкогнито. Инкогнито уже не пройти. Ну да. Вот. С так что вот, да, да, да. Все, в общем-то, все знают, да. Слушай, ну тебя интересно очень. Я иногда смотрю там блоги, выступления, что-то иногда читаю. Классно. Вот. А чем занята? Что делаешь, какие проекты? Ну, именно проекты вообще по жизни, но основная историйность, да, то есть у меня, в общем-то, уже какое-то время пошла вот эта тема, что я четко поняла, что мне нужно выбирать, либо я развиваюсь как медиа, либо развиваюсь как дизайнер. Мы приняли решение, что студия, она у нас существует как студия, там есть Оля, которая... Да, 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 я развиваюсь именно как медиа, то есть есть Инстаграм, но Инстаграм, я считаю, что мы, в общем-то, даже потолок достигли, мы его уже сформировали. Всех забрали. Сейчас разбираем, да, Ютуб, развиваем просто ремонт инфо, продолжаем развивать. Сейчас у нас там идея записывать подкасты, как аудио. Формат. А мы с тобой, кстати, записывали. Не, это был просто ремонт инфо, да. У нас очень много направлений, да. Классно. Сейчас есть идея уходить в офлайн и уходить в коллаборации с производителями, уже такие большие, крупные, взрослые штуки делать. Начали потихоньку, пока не раскрываю секреты марки, фабрики и так далее, но есть тем, под это дело мы почти уже, ну, в процессе регистрации товарный знак, активная работа с юристами. И, короче, я иногда смотрю и думаю, фига себе, это я что, такая большая взрослая стала? То есть ты будешь продвигать поставщиков и компаний среди дизайнеров? Не поставщиков и компаний, среди дизайнеров рекламы мы уже давно занимаемся. Ага. В общем-то, я буду делать... ну, я бы не сказала, что очень многие дизайнеры стремятся сделать. Я сделаю собственный бренд, ага. Но я прекрасно знаю, видя вот это все изнутри, общаясь с поставщиками, заботы. Я прекрасно понимаю, как сложно сделать интересно. Собственный бренд, наладить производство, что это отдельный бизнес, это не так просто. Я сейчас такая раз и сделаю. Вот. Поэтому я решила пойти по пути коллаборации. То есть те бренды, которые я уже хорошо знаю, как с хорошими там налаживаем. Да. Да, то есть классно, коллекции, коллаборации, классно. Либо в рамках их существующих продуктов делать какие-то изменения, чтобы говорить, что это, допустим, вот это вот, типа, сделать под коллекция, да. Просто ага. Ремонт. То есть, вот. Ага, отлично, супер. То есть на полную классно. Коллекцию я не потяну, но внести какую-то свою каплю дегтя в существующие я могу. Отлично, супер. А кто сейчас не здесь, что посоветуешь, порекомендуешь, что ли посещать мероприятия? Конечно, да, но да, да, что-то да, от да, себя? Да. Да, стоит это в любом случае. Дизайнерская тусовка коллаборации. Не стоит бояться дизайнерских мероприятий. Как меня уже тут отметили, что типа все рядом, все близко, все френдли. И вот это вот общение дизайнеров через губу, которое было в свое время. Через как, губу? Ну вот это типа... Типа, да? Кто что сделал, типа, мы такие, типа, конкуренты, то все, оно уже давно ушло в прошлое, это атавизм, все френдли, дружат, там, делятся опытом, я вижу, что все равно есть вот эти вот разговоры из серии, а помнишь, у меня был случай, все сталкиваются, обсуждают какие-то свои узкие проблемы, подходят там на стенды к поставщикам, у всех свои какие-то там идейности и прочее, и я смотрю, люди, которые регулярно ездят, они уже дружат, они уже там, уже и живут вместе, даже вместе там арендуют отели и прочее, как бы вместе тусят. Просто тусовка. Соединение профессиональное. И знаешь, что я еще отметил? Еще и вот поставщики все больше тоже вот отстраиваются. Да, поставщики молодцы. Меняются. Да, мне очень нравится, что заходят люди и компании, те, которые раньше дизайнеров как-то побаивались, либо были в каких-то вот таких вот терках, те же потолочники и прочее, то есть, что они коммуницируют, дружат, и уже нету вот этого типа, что строители лажают дизайнеров, дизайнер-строители, они все пытаются работать вместе, как бы в коммуникации. По правильному, главному сценарию, чтобы... Да, короче, у меня просто синдром, у меня синдром кота Леопольда. Я за мир во всем мире, короче. Я кот Леопольд. Не только у тебя, этот синдром заразительный и очень полезен. Да. Спасибо большое, Ксения. Спасибо тебе за интервью. И удачи тебе в проектах. Спасибо. В завоевании мира. Да, сделаем.